Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас в обзоре будет также высокодоходный проект. Называется BNB Max. Здесь у нас также смарт-контракт, также прошел аудит. Но здесь уже на балансе довольно-таки много уже BNB. Они уже собрали в общей сложности 321 BNB. И сейчас на балансе находятся контракты 212. В принципе, здесь денег еще хватает, больше 100 тысяч долларов. Также напоминаю, друзья, прошел аудит данный проект, поэтому доверие к этому проекту больше возрастает. Проценты здесь, конечно же, также большие, но не такие, как в предыдущем проекте, который был вчера на разборе. Видим, у нас, в принципе, похожие интерфейсы, как и с вчерашним проектом. Все у нас работает на Binance Smart Chain. Здесь также есть инструкция. Вот, нажимаете Help и попадаете вот сюда. Это Binance Academy. Здесь расписано полностью, как подключить сеть Binance Smart Chain. Нам нужен будет MetaMask, как добавлять. Здесь все поочередно расписано. Также кнопка презентации есть. Можете ознакомиться. Здесь у нас будет на английском языке. Ну, в принципе, здесь у нас все понятно, как у нас будет считаться. Вот смотрите, первый план, допустим, 14 дней по 8% каждый день. Это у нас Blue. Это у нас Blue, который можно выводить anytime, в любое время, да. А зеленый тарифный план, вот у нас Blue, это вывод у нас в любое время, вот вся линия, и здесь у нас получается меньше процент. А зеленый нам нужно будет отсидеть полностью все 14 дней, потом только уже выводить свой профит. 14, 21, 28. Заработки, конечно, здесь отличаются. Допустим, с одного BNB, который мы проинвестируем в синий, в Blue, мы заработаем 0.39, а если мы проинвестируем сюда, мы заработаем аж 1.75. Видите, в чем разница? Разница, конечно же, в доходности. Возвращаемся на презентацию и видим, что короткий период мы зарабатываем по 8%, более длительный период мы зарабатываем по 6.5%. И еще, если возьмем более длительный период, мы будем зарабатывать по 5% каждый день. И здесь написана общая сложность, сколько мы заработаем процентов. Друзья, в таких проектах, конечно же, лучше заходить по 14 дней примерно, да, по минимуму, чтобы заработать и отбить свои вложения, а также на заработанный профит уже можно вкладывать и зарабатывать дальше, но также на короткие периоды, потому что, несмотря на то, что здесь у нас прошедший аудит, смарт-контракт просто-напросто может закончиться, баланс его, и уже денег не будет на выплату вам. Поэтому риски здесь также есть. Вот у нас прошел аудит, здесь полностью все расписано на 7 листов, можете попереходить, познакомливаться, друзья. Прежде чем заходить в такие подобные проекты высокорисковые, также нужно проверять информацию самостоятельно. Все здесь расписано, переходите, обязательно также смотрите информацию эту. Давайте посмотрим еще BSC Scan, это смарт-контракт этого проекта. Видим, баланс у нас также все отображается на сайте, видите, вот 212, и здесь также отправляется информация отсюда туда на сайт, вот 212 также BNB на балансе. По объему в долларах это примерно 123 843 доллара. Курс BNB на данный момент составляет 583 доллара за 1 BNB. Видим, у нас транзакции, в принципе, происходят довольно-таки часто. Видим, люди постоянно инвестируют, поэтому есть шанс еще на этом проекте заработать, потому что он, в принципе, молодой, недавно работает, и баланс еще довольно-таки нормальный, 212 BNB. Давайте дальше посмотрим. При инвестировании на 14 дней мы будем зарабатывать в Blue, вот 9,9%. Total заработок за 14 дней получится 139%. Далее 21 мы будем зарабатывать 8,4%, это уже будет 176%. Далее и последний на 28 дней это будет 6,9%, 193% за 28 дней. Вот у нас пакет, который мы сможем выводить только через 14 дней, а в этом, напоминаю, мы выводим в любое время. Это может пройти там 1-2 дня и уже начинать вывод по полному сроку. Вот 14 дней, но заработок, конечно, здесь колоссальный, но, друзья, здесь большие риски возрастают, потому что может закончиться наш баланс на смарт-контракте, и мы просто-напросто не сможем получить выплату. Поэтому нужно заходить на такие тарифные планы и потом уже отслеживать баланс смарт-контракта и потом вовремя выводить. Так что на это также нужно обращать внимание. Внизу у нас будет реферальная ссылка, ее можете копировать и на этом также зарабатывать по 5% с каждого приглашенного вами человека с первой линии. Со второй линии будем получать по 2,5%, и с третьей линии будем зарабатывать 0.5%. Друзья, вот такой интересный проект. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Переходим, ознакомливаемся. Также информацию проверяйте еще и самостоятельно, потому что здесь как бы высокорисковые проекты, ну и высокодоходные являются. Поэтому риски нужно взвешивать. На этом буду заканчивать. Также не забываем подписываться на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Всем, конечно же, профита. Пока-пока.